Друзья, всем привет! Я Fix Price на энтузиастов 33, город Санкт-Петербург. Посмотрим новинки. Очень много тут интересного в отделе с посудой. Все, как мы любим. Давайте рассматривать. Сразу на входе посмотрите, какая красота. Тут серия с кошечками. Тарелки сделаны из фарфора. И в наличии три дизайна, три кошечки. Есть вот такая серая, подмигивает. Есть бежевенькая с розовыми щечками. И третья тоже серенькая. Тарелки по 79 рублей. Также к ним есть салатники с такими же кошечками. Объем тарелок 690 миллилитров. Это фарфор. Цена 99 рублей. Покажу вам всех трех. Кружки в этой же серии, конечно же, тоже есть. Тоже с кошечками. Ручка тут интересная. Похоже на хвостик кошки. 400 миллилитров. И кружки уже сделаны из керамики. Это не фарфор. Тоже три кошечки. 124 рубля стоит. Вот такие яркие, красивые коробочки привезли с цветами. А внутри, конечно же, тоже кружки. Очень симпатичные, красивые, качественные. Кстати, рисунок очень качественно нанесен. Даже захотелось себе купить. Вот это вот очень яркое, красивое. Три дизайна. Цветочки снаружи. И внутри тоже есть объем кружек 300 миллилитров. Это фарфор. Цена 124 рубля. Набор кружек, две штучки, парные кружки, видите, тут как будто бы мужчина и женщина, да, они как будто бы целуются, ручка интересная в форме сердца, есть синие, есть бордовые и бежевые кружки, сделаны из керамики, объем 350 миллилитров, интересный наборчик, цена 299 рублей. К 23 февраля тоже кружки привезли для мальчиков, для мужчин с машинками, конечно же. 350 миллилитров, сделаны из фарфора. Машинки разные, 79 рублей. Вот такая еще новинка, подставка для телефона в виде машины. Есть, видите, липкий слой можно приклеить. Телефон будет плотно зажат в держателе. Машинки разные, 124 рубля. Есть декоративные тарелки в форме листика, 249 рублей. Декоративные фигурки «Счастье» по 149 рублей. Показывала вам в прошлом обзоре два вида. И здесь есть вот такие мишки Тедди. Их я вам еще не показывала. Посмотрим поближе, как сделаны. Изготовлены из полирезина. Качество достаточно приличное. Достаточно аккуратно сделаны. И они, знаете, такие шершавые. Приятно как-то в руках их держать. Несколько дизайнов. Есть мишка, который стоит, сидит. Мишки девочки и мальчики в розовых кофточках, в синих штанишках. Такие фигурки по 199 рублей. Пойдемте в отдел с посудой. Тут привезли сито. Помните, такие уже были? Очень-очень мелкое сито, сделанное из пищевого пластика и тонкого нейлонового фильтра. Отличается прочностью и долговечностью. Для изготовления сыра, для молока, для сока можно использовать, для процеживания вина, кваса, травяных напитков и так далее. Цена 87 рублей. Далее из последней коллекции привезли толкушки для картофеля. Здесь металлические ручки прорезиненные, 79 рублей. Рядом новые открывалки из нержавеющей стали, компактные, плоские, удобные. Стоят 43,50. Ну а рядом вот такая яркая красота, продолжение коллекции к 8 марта. Яркие половники, трехцветные, розовые, желтые, и такой лимонный цвет. Видите, они тут отличаются, разные комбинации. 83 рубля. Кисточки 59 рублей, силиконовые. Лопатки, ложки 83 рубля. А вот такие вот лопатки силиконовые, тоже 83. Вот краешек самый гибкий. Вообще удобно, конечно, силиконовые приборы приготовки. Лопатки по 59 рублей. Такие же яркие, красивые. И вот такие вот лопатки не скошенные есть. Также 83 рубля. Подставки для столовых приборов, для ножей пластмассовые, большие. Причем они еще такие скошенные немножко. Видите, как будет стоять боком. Удобно будет доставать. Вот под наклоном слегка она. Цвет розовый, оранжевый, зеленый. Такие подставки по 249 рублей. Рядом большие силиконовые формы для выпечки. Можно кексы большие, пироги печь. Яркие, красивые. Силикон достаточно плотный. Диаметр формы 26,5.
174,50. Рядом формы поменьше показывала вам в прошлом обзоре. Также тут есть рукавички. Но, как я вам уже сказала, они достаточно тоненькие. Но я думаю, что в качестве подставки под горячее прихватки вполне сойдут. Следующая красота из этой серии. Это формы на 6 кексиков. Посмотрите, какие пироженки получатся забавные, красивые. Есть не только такой дизайн. Нашла 3 дизайна. Вот, пожалуйста, тут небольшие кексики в форме розочки. Еще тут другие кексики. И это тоже еще не все. Третий вариант нашла. Тут просто вот они кругленькие, без всяких выпуклостей, без формы. Просто кругленькие кексики. Можно как основу для кексов взять. Цена, наверное, 149. Цены не нашла, к сожалению, друзья. Нашла еще вот такую новинку продолжения приборов для кухни. Шумовка. Металлические ручки у них прорезиненные, там вставочки, 62 рубля. Ну и посмотрим тарелки. Очень нравится мне в этом магазине, что тут ценники есть. Смотрите, приклеены прямо к тарелочкам, 149 рублей, 99. Вот здесь вот все понятно, 83,79. Тарелка 99 рублей, но это с прошлых привозов, с цветочками. Салатник 149, очень красивые. 99 тарелочки с полосками, 99 и 149 также. Есть вся серия с сакурой, пожалуйста, по 124 рубля. Желтая яркая серия. Сюда приехали большие салатники. Маленькие были по 124. Вот эти вот 870 миллилитров, очень аккуратненькие. А вот они рядом на 2 литра 400, 249 рублей. И опять новые кружки, они необычные, наливаете горячий напиток и появляется рисунок. Это кружка с терморисунком, объем 350 миллилитров, и картинки тут разные. Вот здесь вот воздушные шары появятся, здесь вот городской пейзаж, луна, видимо, проявится, да. Такие кружки по 99 рублей. Есть в этом магазине новые бутылки для воды, стеклянные, стильные и белые. И вот такие вот прозрачные. Показывала вам их уже в прошлых обзорах. Большие салфетки на стол, пластмассовые. Есть с лавандой. Размеры 38 на 58. С надписями. Вот такая вот яркая, разноцветная, очень красивая. Много вариантов дизайна. Ценника, к сожалению, не было. И вот такие салфетки тоже новенькие, двусторонние. Они как бы под эко-кожу сделаны. Форму не очень держат, но на самом деле толстенькие. Не знаю, 3 миллиметра, наверное, толщина. И вот такие расцветки. Причем двусторонние. Видите, розовая и мятная с другой стороны. Бордовая с синим. Хорошие, мне понравились. Коробки есть тут с цветами. Тоже недавно их привозили. По 149 рублей. Вот, наконец-то ценник нашла. Размер у них 30 на 20 и на 20. Очень красивые. Такие весенние, с цветами. Новые полотенца, таких еще и не видела, махровые, тоже с рисунком, с цветочками, 100% хлопок. Производит Россия, вот не увидела размера, к сожалению. Вот такой вот есть светло-светло-зеленый цвет, есть бежево-розовый оттенок, голубые, серо-голубые, и если ценник верный, 399 рублей. Покажу вам, какие тут коробочки, органайзеры, обзорно так. Мочалки новые привезли из джута, натуральный материал, обеспечивает мягкий пилинг, обильное пенообразование, деликатно очищает кожу, 124 рубля. Новые кремы для лица, это бренд Калина, гиалурон комплекс с пребиотиками и витамином С, сияние, смягчение, интенсивное увлажнение и разглаживание, ваша кожа сияющая, увлажненная и мягкая. Следующий с ретинолом, с ниацинамидом и эластином. Это антивозрастной крем для здорового цвета лица. И последний с коллагеном, с биотином, с витамином Е для интенсивного питания. 59 рублей такие кремы. Гели для душа 2 в 1, гели шампунь по 99 рублей они тут есть. А вот это хорошие отзывы на Чистин Биоактив с активным кислородом. Выводит сложные пятна за 30 минут даже при 40 градусах. Покажу вам состав. Менее 15% отбеливающее вещество на основе активного кислорода. То есть менее 15% всего, друзья. 99 рублей стоит. И, кстати, он еще розовенький есть. Тоже кислородный очиститель для всего, 100 в одном. Для стирки, для уборки, посуду можно мыть. А тут уже от 30% и более отбеливающего вещества на основе активного кислорода. То есть этот получше будет. 99 рублей. Новые большие освежители воздуха 400 мл.
миллилитров, 79 рублей. Новые спреи антиизвесть, также для ковров, для мягкой мебели, по 99 рублей. Бесконтактные дозаторы для мыла в этом магазине тоже уже продаются. Белые, зеленые и розовые. Работают от трех батареек. Разводите жидкое мыло пополам с водой, один к одному. И дозатор будет выдавать вам пенку, когда вы подносите руку. Интересно, друзья, кто уже купил, попробовал, пишите. 349 рублей стоит. Губки новые 49,50. Коврики, по-моему, тоже новая поставка. Не было в таком количестве, подвезли. Размер ковриков 65x120, сделаны из ПВХ, вот такие разноцветные, 299 рублей. Есть в этом магазине в продаже тельняшки мужские по 399, комодики четырехсекционные также поступили по 299 рублей. Подходит для пищевых, и, кстати, можно их надстраивать, выше делать. И покажу вам, какие тут есть книжки, что новенького в канцелярии. И на этом сегодня заканчиваю свой обзор. Спасибо вам, друзья, всем за внимание, за просмотр. Всем всего отличного и пока-пока! Why?